Всем привет, с вами я, Александр Крючков, и сегодня я опять играю в квест Global Offensive. Я хотел это видео снять с веб-камерой, но так как у меня что-то глючит веб-камера, поэтому я не смог снять. А проблема в камере та, потому что там какие-то пикселики, ну короче, камера, можно сказать, сломалась. Ладно, вот поэтому я не смог снять видео с веб-камерой, но и так, наверное, нормально, наверное, это будет. Итак, сегодня я хотел бы поиграть с моим другом, опять же, протроллить его, и это 14, подождите, нет, сейчас, подождите, вспомню. Да, это 15-я часть наша, в которой сегодня я просто буду троллить друга. Потому что вы просили то, что я затроллил друга, вот мой пистолет, кто не видел. Ладно, мы затроллим сегодня друга, это будет очень просто. Итак, мы играем на Aim Texture 2. Я точно не знаю название. Я так просто запомнил немного. Так, ладно. И сегодня за нас будет играть один наш друг, который будет, в общем, за нас играть. Дальше. Сейчас. Да, будет. Да, это все работает, да? Должно. Сейчас работает. Я с ним троллю друга. Идем. Его здесь нет. Эй, друг, где? Потому что я вижу на экране, он зашел на сервер. Странно, я его почему-то не вижу. Ну ладно. Так, вот сейчас он зайдет. Да, он зашел, вот написано. По-моему, зашел на сервер один человек. Ну еще где он? А, вот он. Где он? Эй, мы играем один на один. Мне, конечно, бить стоит-то. Вижу то, что человек пошел, он не вошел. Yes! Я его нашел. Yes. Хедшот. Ребят. Так, ладно, вот он, валяется, уже все. А, ладно. После. Ладно. Ого, еще зашли. Один человек. Ну как в прошлом видео, короче, два человека против меня было. Это что, все мои друзья, что ли? Ладно. Попытаюсь еще поиграть. Сейчас я их всех затроллю. Типа их людей. Почему-то другой человек пошел вообще. Такой же, как тогда. Ну ладно. Так. Ой-ой-ой, попал. Ладно, давайте сменим оружие, что ли. Ну ладно, пока не буду. Ладно. Так, ладно. Давайте спавним себе АВП-шку. Читом. Так. Сколько? Стоп. 1, 2. Давай. Но. Да блин. Нифига себе. Чуть не убил. Так, ну этот. Их трое! Блин, ты как? Это как так-то? Ладно, давай, друг, давай. Давай, попади. Я прыгаю. Что ты его жопой? 1 хп, ребят! 1 хп! Давай! Ну давай, стреляй! Смотрите, он не попадает. Смотрите, он стреляет в стену. Стена, нет! Смотрите, он попал в стену. Он не попал в меня. Он, смотрите, куда стрелял. Он не попал ни разу в меня. Хотя у меня 1 хп сейчас. Ребят, это просто. Это просто, не знаю, как вам назвать это. Это просто... Ну, ствол, можно сказать. Ладно. Так. На хэдшот. Через стену за это. Да, это прикольно было. Так, ладно. Так, что у нас дальше? Какие у них говняные оружия, конечно. Они берут. Сейчас, поспавним себе. Они берут что-нибудь этого. Подойдем, у меня еще здесь было где-то. Так. Нет, только биты. Ладно, давайте. Ого! И сколько? Охренеть! Сколько их тут? Ой, не могу. На! Так что? На! Вам меня не убить! Я двоих уже завалил! На! Давай! На! И как вы пошли? Чего у вас так много здесь? Почему я один? Так, видно, знаю, с кем играешь, с нубасом. Так. Троечка.
обычный калаш. Так, где-то у меня здесь была кнопочка моя на гранатку. Так, девятка, да. Вот! Читерский! О, это так, АК-47. Идем. Евраг. Ого! На тебе прям хэдшот! Одним патроном. Ха. Просто мастер я сегодня. Так, ладно, ладно, ладно. Еще один должен быть. А, нету, нету. Ладно, нет, так нету. Как бы все равно мне с кем играть вообще, по идее. Ну ладно. Так. Так, что у нас? Это и конец. Не на спавнит, нет? Или нет? Троих завалил. Перезарядка. Ладно, не хватает. Ладно, ладно, перезаряжаемся. И такой стреляю. Сейчас, так, так. О, просто вообще мастер я сегодня. Просто смотри, я их валил. Почему у них одинаковые скины? Вот вопрос. Ладно. Так. А что же у меня здесь есть из этого оружия? Так, у меня все, круто. У меня почему-то не спавнится это. А, вот, да, вот эта бомбочка у меня спавнится, да? Я так понял. А, шестерка, вот. И вот у меня АТ. Чудес. Вот смотри, как я не работаю. Просто помочь. Но! Ай-яй-яй! Опасно, 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 конечно, опасно. Конечно, было. Сейчас очень опасно было. Но я почти что их убил, ладно. Почему за меня никто не заходит? Вот, вот вопрос. Ладно. Это как бы все равно. Так. Так, что у меня есть? Что у меня есть? Что у меня есть? А, ладно, остальное потом тебя. Эту штуку. Давай. Сколько, блин, их уже? Я уже... Ой, опасно очень, опасно. Ребята, это как... Это же опасно, блин. Блин, да как так-то, блин, он меня убил. Это невозможно, это просто, они окружают меня просто. Ну, хотя бы я несколько человек убил. Ладно, давайте последний раунд, и может за нас кто-нибудь зайдёшь. Давайте бизон возьмем из магазина, и это тоже из магазина возьмем. Так, ладно, убиваем их, убиваем. Давай. Нет. Нет, там. Зайдёт. О, супер. Так. А, да ладно. Да вы что? Вы что, совсем что ли? Здесь. Играть научитесь, ребят, конечно же. Ну, хотя они умеют, наверное. Так, ладно. Давайте наспавнимся, что-нибудь. Давайте возьмем. И... О, за нас зашли двое, охренеть. Ну, поставьте. Блин, это уже, конечно же, хреново. Ну, давай. Смотрите, как я просто дырки сделал на карте просто вообще этим оружием. Ну все, я победил. Давайте возьмем отсюда. Аук. Вот так берем. Так. Давай. Ой, конечно, опасно это было. Ладно. Но мы как бы. Хотя постарались убить хотя бы одного игрока. Ну ладно, это впервые, что меня убивают там почти что сильверы. То есть. Ну, можно сказать, да. Потому что только несколько человек здесь глобальных. За нас играют два сильвера, то есть за мою команду. Остальные тут почти глобалки. Всех. Почти что. Почти что всех маршал. Уже стоят. Уровни все. Так, ладно, давайте, чё, проиграли мы? Или как? Проиграли. Проиграли мы, ребята, проиграли. Ну ладно, ладно. Давайте возьмем вот это вот оружие. Сейчас затащим, ребят. Тихо. Давай. Давай. Затащи. О, хочет, нормально. Хотя бы вы сейчас видите, что Нубас он читер. И он не пользуется бесплатным. Давай. Супер, конечно же, супер. Стоп, я обязан. Нет,
Надо. Не обязан. Как-то, блин, почему меня завалили? Ну хотя, наверное, вы видели, то, что я с ножом за ней побежал зачем-то. Ну ладно, я так больше не буду делать, наверное. Так, ладно, ладно, ладно. Сейчас затащим, ребят. Команда не должна проиграть. Эту К-20 возьмем. Он мне очень нравится, так что не затащу. За 2 секунды. Ес, 2 хэдшота уже. Просто хэдшоты пошли, ребят. С этим скаром. Я всех сразу... Ну, куда ты там стреляешь-то, блин? Все, конец игры. Так, там один остался. Кстати, где он? Так. Нет, его нету. Ого! Давай! Ой, ну, я через 7 читал. Ес, хэдшот еще один. Ребят, я в хэдшот попал. Не верите? Это хэдшот. Я победил. Вот Скар 20 мне нравится, потому что в нем очень круто стреляется, так. Так как это я хотел снять стрим, поэтому это будет стрим, наверное. Так, ладно, 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 ладно. Так, берем это оружие. Интересно, затащу этим оружием. Два хэдшота уже, два. Да, затащил, ну. Я не говорю то, что я тащил, я просто говорю то, что я могу затащить. Так. Так, 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 так. Так. Так, 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 так. Так. Затащим, ребят. Так, они меня ищут. Эти пистолеты возьмем. Ого! Не дадим нашего убить. И просто так вот отхожу и... О-хо-хо! Это ножом прям убил его, охренеть! Это все, да? Это последний был? Видимо, да. Нет? Ну ладно, ладно. А, последний, да. Ладно, давайте возьмем другое оружие. Сейчас мне что-то залагала игра немного. Ну ладно. Как бы все равно. Так, 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 давайте АВП-шку возьмем, да, АВП-шку. Бум, хэдшот. Давай. Давай, 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 давай. Давайте тактическую кинь. Просто у меня тактическая есть одна. Эти автоматики можно наспавнить. Читерские кому-то. Так, ладно, пусть они здесь валяются. Так, вот он. Давайте ее кинем. Так, где они? Вот они. Тихо. Вот, давай, 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 давай. Оу, тактика, тактика. Тактика? Нет, не тактика. Так, ладно, ладно, ладно. У меня больше тактических нету. Нет. Ой-ой-ой, опасно, 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 опасно. Так. И как потихо. По-тихому. О, давай. Да ладно. Дружок. О, вообще, ну. Куда ты стрелял-то? Я же отошел туда. Ладно. Все равно мастеры, можно сказать. Дайте себе еще что-нибудь наспавним. Так, а наспавним мы сейчас... Давайте вот эти гранаты. Кому-нибудь. И вот это. Так. Тактический, тактика, тактика. Тактика, тактика. Тактическая. Но! Тактика, ребят, тактика. Тактика. И тактика, ребят. Просто тактика. Это просто иметь тактику. Ну все, он там отошел. Я просто в него вот так убегу. На, тактика! Хэдшот там. Ребята, это просто хэдшот. Смотрите. Это просто максимально. Ладно, ладно, ладно. Так. Давайте дальше. Я с этим командой. А, нас оттащить. Так, ого! Ого! Сразу всех затащил. Ого! Мне самого сейчас затащить. Мной затащить команду. Так, 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 так. Играем дальше, дальше, дальше. Так, это стрим, 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 ребята. Так. Ого, новая эта штука. Ладно, давайте штурмовые винтовки откроем. Так, давайте вот это включим. Вот это вот. Сейчас эту штуку. Так, это вот гранатки наши штуки. Так, и тактические тебя. Так, сторона. Так, убиваем, убиваем, убиваем. Так, хэдшот. Да. Давай, 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 давай. Я затащу, ребят. И такой с ножом.
выпрыгнуть. Раз, два, три. Ой, извиняюсь. О, так, да. Троих ножом. Ну что же, ого, он кинул, да, пиццу. Так, ладно, 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 ладно. А что ты мне говоришь, я должна... Это супер. Конечно, ребят. Ты не обидел хоть одного? Тактический. Смотрите, тактика. Бросаю тактику. Тактика кому? Нужам? Так, тактика. Бросаем тактику и давайте идем. Ай-яй-яй. Опасно, ребята. Ого, хэдшоты пошли. Вы это все видите, я не читерю. Ну, чуть-чуть много. Так, видите, вот, я здесь потащил. Здесь спокойно спрыгнул здесь. Здесь можно спрыгнуть. Это все-таки АИМ карта, поэтому не так уж сложно здесь играть. Так, а здесь что? А, так, нельзя было. Так, давайте еще пучу. Так, давайте с СГ. Не, да, где? Тактика. Так, пусть там. Там. Накидаю просто так. Вот. Пусть будет валяться. Так. И шестерки, я не знаю. Такое это. Просто. О, супер. О! Давай. О, супер. О! Нет, не попал. Странно, я думал. А, сюда. Я попал. Вот это очень, конечно, крутое оружие, но. Как бы не очень. Можно сказать. О, ну видите, я попал, не убил. Так, нет, не попал. Смотрите, сейчас такое это. Он думает, что я. Ну давай. А, он думает, что я там пробегу. Давайте его без прицела заводить. Да, нет. Откуда у вас столько? Так. Это тактика. Это супер, просто. Так, у меня есть тактическая была. Поставим ее. Или заряжаемся, пока есть время. Так, тактическая взрывается, и видно то, что он там где-то сидит. Но! Нет, не попал. Но! Ну, это легко. Точнее, не легко, а просто. О, все, затащил я затащил. Я последний убил. Я просто мастер. Я всех их завалил сам. То есть, без своей команды. Хотя, они были за меня. Так, ладно. Хотя ты штурмовую возьму. Винтовку. Так. Кто у нас там? О, супер. Силы ветра затащил. Так. Продолжается. Так, дальше. Что у нас дальше? Ну, это просто очень. Это просто очень просто. Смотрите. Так, прыгнем сюда. Ну сюда нельзя подзапрыгнуть, ладно. Так. И так. Так. Хэдшот, ребят. Я мастер. Так, что-то еще сказать один остался. Куда ты бежишь-то? А, ну видимо, да. Нет. Просто я не понял. Так, ладно. Что у нас идет по игре? Так, а по игре у нас мочится. Давай, прыгай. Нет, не допрыгнул. Но еще не время. Просто. О, свои, молодцы. Ой. А вы пришли? Прям стрельнул в меня, ребят. Охренеть, ну не попал. Видимо. Так. Ну я сделаю немного под. Ч, все? Никого нету? Не остался никого. А, остался. Остались. И спокойно. Все, ребят. Нас. Два наших осталось. Сколько вообще нас? Нас вообще сколько играет здесь? На этом серваке. Я просто не знаю. Так, ладно. Так. Так, давайте. Ладно, тактика. Тактически давайте.
тактическая. Где у нас граната была? Тактика. Тактика. Сделай тактика. Так, нет, это. Вот это. Я просто разобраться с палищем не могу. Так, это тактика, это значит. Так, кто-то из них должен быть. А, да, 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 вот так. Вот, точно. Вот, смотрите, я их накидал. Так. Тактика. Давай. Так. Ну просто, это тупо. Может быть, да. Давай. Ооо, меня завалили. Завалили, ребят. Правда, завалили. Не успел я сделать, ну ладно. Я хотя бы с ножа его убил. Ладно, уже прошло 20 минут этого видео. И надо, наверное, заканчивать или переходить на другую карту. Ну, я так, наверное, и сделаю. Давайте. Что вы еще? Кое-что. Вот так делаем. А, не-не-не. Гранаты. Зажигательная, ложная и световая. Так, это что? Это просто, да? Это просто. Ого, какая у нас команда. Так, и все. Нам больше ничего не надо. Мы сами уже сделали. Давай. Перезаряемся. И простой хэдшот. Хотя нет. Девятка. Вау, хэдшот. Вау. Вау. Не попал. О, супер. Просто мастер. Так, кто у нас там? Кто? На самом деле. Оу, супер вообще. Получилось. Так. Что мы делаем? Дальше. Давайте я остановлю видео, перезайду на другую карту. Может, здесь поиграть не интересно. Но... Короче, ладно, давайте дальше. Итак, мы продолжаем. И я зашел на сервер 35 хп CSGO. И здесь уже полный сервер был. Поэтому я зашел, считайте, последним. Тут уже никого не играет, да? Я так понял, всех убили. Как я понял, по идее. Так. А почему никого нету? Это как-то странно. Должны же быть вообще игроки. Или убьют их всех. Ого, враги. Да ладно, даже невозможно было. Сейчас, это, наверное, разминка у нас. Видимо, да. Видимо, сейчас разминка. Так как сервер перезагрузился, так как я на него зашел, был еще 35 хп другой, то есть, а здесь получился перезагрузку, да? Так. Дальше. О, супер. Супер, конечно. Дальше, дальше, дальше. Завалим его, завалим. Завалим, завалим его, конечно же. Так. Ого, сколько зашло здесь, или загрузилось, я не знаю. Ладно, давайте. Уже началась настоящая игра, все зашли, матч начался, написано было. Итак, вот что-то они делают здесь, какие-то тактические люди. Тут почти все глобалы, так что я вам покажу, как я играю со всеми глобалами. То есть тут нету ни сильверов, никого. Хотя нет, один сильвер есть, но это как бы не считается, можно сказать. Здесь играется на 35 хп, ребят, я, видите, как тащу. Так, раунд за мной, ребята, я тащу. Давай, супер, давай, еще. Еще один. Кто? Опа, все, проиграл. Так, еще, давай, друг. Что не делаю? Какая прикольная вода на этой карте. На, убил тебя, ну бас. Так. Так, запрыгиваем сюда. Кто там у нас остался? Не знаю, никого здесь нет. А, не, есть. Давай. Давай. О, я тебя ранил. И добил. Супер. Просто вообще, ребят. Я мастер. Так, ладно, ладно, ладно. Так. Так. Посмотрите, какая у них команда. Я пробежал первый. Что они делают? Я так и не понял. Я на их не возьму.
ты не так... Не тащи, короче. Но! Такая резня получилась. Ооо! Давай. Итак, что-то сервер перезагрузился, поэтому что-то у меня заключилось. Все вышли, остались только вот я, еще несколько человек. Я не знаю, почему такое случилось, но почему-то залагал сервер. Ладно, где у нас тут? Игроки-то наши. Так, они там бьются, да? Это классно. Так, ладно. Так, вот такое тоже, наверное, видим. Так. Смотрите, лагает что-то сервер этот. Тут никого почему-то не играет. Это странно. А, не-не-не, все, они зашли, вот. Вот они. Сервер просто рестартует, почему-то дисконнект происходит. Постоянно сервер, конечно, залаганный. Что-то очень даже сильно, можно сказать. Но как бы это не мешает другим игрокам играть и тащить на этой карте, ребят. Так, что-то не под картой уже, что ли? Не, еще здесь. Так, запрыгиваем. Что-то я запрыгнуть не могу. А, вот тогда. Молодец. Все, затащили. Мы убили. Где ты? Супер. Так, ладно. Что у нас дальше? Что у нас дальше по этой карте идет? Слушайте, а если я здесь на 4? Охренеть. Вопрос уже сочетаний. Вот так вот надо тащить, ребят. Так, ладно, девятки. Слушайте, у меня спавни здесь. Девяточек. Так. Давай. И ты что делаешь? Не, не буду давать, ладно. Это как бы не нужно. Ну, а нас теперь. У всей команды. Как у админа. Прикольное оружие. Это прикольно. Они читерские оружия, то есть. Ненормальные. В общем, как-то так мы будем сейчас тащить их. Конечно, неправильно, наверное, это будет, но ладно. Так, ладно, даже не должен быть. Ой-ой-ой! Ну все. Так вот. Кнай сервер, а там на Арктиках играют. Да, конечно, это что-то новое, можно сказать. Так, ладно, давайте нас все-таки убьют, наверное, когда-нибудь. Так, у нас есть... А вот пусть? Так, ну ладно, пусть будет. А вот пусть? Так, он есть? Всё, давайте. Так будет точно. Так, ладно. Что у нас там, ребят? Так. Вот, у них тактика есть еще. Аптики есть, ребят. Ладно. Итак, друзья, я попал почему-то на карту Италии. Это странно. Хотя у меня такого никогда не было. Ну ладно. Здесь я играю против... против троих людей, да? Я так понял. Играю я. Ну сейчас мы, короче, это все попробуем. Так, у нас должна сейчас быть команда. Так, где я вообще? Я не понимаю. Мы вообще играем или как? Должны вообще, по идее. Играть-то. Или что? Ничего не делает. А, да. Да-да-да-да. Так, ладно. Так, у меня что-то глючит. Сервер и глючит видео. Я не знаю, почему это. Так. Смотрите, я просто завис. А, вот все. Я просто залагал что-то. Так, где у меня? Отлично. Так. Так, ладно. Так, что-то мне залагало реально сервер, я не могу так сказать. Ладно. Давайте просто. А, да, все есть. Все, команда есть, то есть все есть, вроде. Все вроде нормально. Так как это Италия, я буду ходить за своими друзьями. За команду врагов тоже играют люди. Как я понял. Тоже глобальные. Я поставил поиск на глобалов. Так, ну что-то. Реально что-то подводит меня. Сейчас стоим. Я запутался просто уже. Так, так.
Как играть-то? Так. Или бурят-то? Так. Конечно, вот так, все. Так, ладно, ладно, ладно. Так, дальше что идем? Идем, идем. Идем, убиваем этого. Так, дальше хорошо. Так, это, забираемся сюда. И... нет. Так. Идем сюда. Так, это Италия. Здесь есть много, конечно, багов. И вообще... ссылок на игру Left 4D2. Конечно, это понятно. Помните то место в Left 4D2, где нужно было проходить мост, там был здание, где-то, не знаю, Фрэнсис был, и где там, в отеле. Это что-то похожее на это место. Да. Вообще, эти карты настоящие, они есть в реальной жизни. Просто они перенесены в игру. Так, вот, все. Мы рестартнулись, потому что наша команда победила. Охренеть. Let's go. Ладно, ладно, ладно. Что там? Так, бежим сюда. Давайте, сейчас затащим. Бежим за ребятами какие-то. Это настоящие спецназы. Так. Давайте. Если играть на базе. Так. Что? Прыгни. Ого! Враги! Супер, затащил. Я за ним побегу. Потому что надо тащить все-таки команду. Тащер. Это очень просто было. Хочу. Потому что я вижу врагов везде. Даже без щита. Хотя, что? А, да, здесь работает щит. Здесь заложники, я так понял, да? Это наш. Так, ну я хочу без релхак. Потому что, наверное, прикольно. Ой-ой-ой, извиняюсь. О, все. Давай, я заберу тебя. Стой. Вот, так вот. Ну что? Что я не могу тебя оценить? А, могу, могу, могу. Все. Я просто немного лагать. Игра. Ладно. Так, ого, вы просто мастер. Просто вот мать. Так. Вы что, выкинули 3 Dragon Lore? Охренеть. Кто здесь с 3 Dragon Lore играет? Ведь у меня тоже Dragon Lore. Так, давайте на 4 Dragon Lore. Кто-то тоже выкидывает Dragon Lore. Вряд ли у кого-то есть такой чит, как у меня. Так, ладно, ладно, ладно. Так, идем сюда. Так. Ого! Но хэдшот. Ну, ладно, я не успел. Ладно. Как бы все равно. Давай, давай же. Слабо на ножах? Давай, о, твоя команда. Давай, давай. Так, не успел. Не успел. Блин, ладно. Что-то я перестал тащить все. Нет, тащу еще, тащу. Оооо, меня слепили. Ладно. Так, 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 это ножи, ножи, ножи. У меня есть ножи. Вот такие вот ножи, кто не видел. Кто, наверное, несколько раз видел, но я вам не показывал. Вот такой вот нож. Так, дальше. Аук. И постреляем с ауга. Аки... Аки... Подождите. Аки Хабара. Во, точно, вот это. Такое вот оружие, кто не видел еще. Там какой-то китайская девочка, что ли. Так, ладно. На троечку что у нас? Обычная АКшка, то есть она не читерская, просто АКшка. Давайте. Ну, читерскую не буду. Ладно. Вот наш. Вот этот наш. М4-1С. Так, ладно, идем сюда. Так, идем сюда. Проходим здесь. И дальше идем сюда. Так, здесь никого нет почему-то. Хотя должны быть. Ого, враги. Как я их сразу не заметил. Ну и там один еще. Так.
Так, идем сюда. Уже 35 минут озвучки, ребят. Это просто круто. Так, давайте возьмем его. Так, не понял. Должен ведь браться. Не понял. Как его подобрать-то? Нажимаю E, а не работает что-то. Может, неправильно что-то делаю? А, вот все. Не знаю, что-то глюки. Я постоянно в игре. Так. Что-то лагает реально. Ого, враги. Это было просто. Хэдшот там убить. Так. Ну где наша эта штука? Ого. О, как попались, ребят, конечно, играйте. Здесь. С этим Скаром 20, блин, играют здесь. Точнее, как он, ГСГ. 20, ладно. Ну что ж, блин, что ж. И ты, если смогу их убить. Так, все, вот. Вот так надо тащить, ребят. По реальности. И курицу, что? Не, курицу не сделал. Ладно. Так, давайте АВП-шку. А, ладно, почему бы не остановиться? Нет, ничего. Давайте просто спавним. Так, давайте курицу делать. Да, так, ладно, ладно, ладно. Так, продолжаем играть на этой карте. Так, ладно. Что дальше? Пойдем. Идем сюда. Так, здесь идем сюда. Потому что, смотрите, похоже все на... Реально... На этот, как его, апокалипсис. Потому что, смотрите, как тебе набросать вещи сюда. Кто сделает вот так вот? Тут, я не знаю, это реально. О, давай, он меня заметил тоже. Нет, не заметил. Странный ты человек, друг. Брак. О! О! Не попал, нет, нет, нет. О, да. Попал. Попал. Нет. Ну да. Почти. Давай. О, хэдшот хороший, как получился. Просто мастера. Убить или не убить заложника? Потому что я его что-то не хочу. Ну, ладно. Давай. О, он даже стрелять не стал. Это странно. Что, там еще есть кто-нибудь? В Италии, блин. Так. Так, идем сюда. Что, не берется что-то? Почему ты не берешься? Почему ты не берешься? Так, нет, что-то не берется. Странно. Так. Не, не берется. А, взялся, взялся, взялся. Так, 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 не тратите патроны. Так, гранатка. Ее. Кинем сейчас кого-нибудь. Кого увидим. Так, ого! Ходи, ходи, ходи. И смотрите, такой удар. Вот, смотрите, вот. Скажи, вот прям будет. Это будет хорошо, когда я не отвечаю. Ну, если не будет хорошо, то того, извините. Так. Давай, убежали. Ладно. Пусть будет хотя бы так. Давайте распалим дорогу и за оружие, и за ОП. Драгон Лорд. У кого-то тоже есть Драгон Лорд. Вот это до стены прям. Смотрите, какую дорожку из Драгон Лоров я сделал. Это просто вообще. Дорога из Драгон Лоров. Хотите, берите, хотите, нет. Смотрите, это все полностью из Драгон Лоров. Не знаю, почему их никто не берет. Это не скин Ченджер. Это обычный, я реально говорю, это оружие из кейсов. Их видят все. И, в общем, в чат мне постоянно пишут, ты читер. Ты начитерил, ты создал свой чит, чтобы там у тебя были оружие. Нет, такого у меня нету, я реально открывал кейсы. Ну давай, давай, ты можешь, ты можешь, ты можешь, нет, я не могу. Это я уже могу. Я могу, я могу, я могу, ребят, я могу, я все могу. С этой, с этим стволом я все могу, ребят. Нет, все. Такой мастер прям. Просто так палишься. Ну хотя нет, не запалился, можно сказать. Давайте свой драгонлор. Итак, он неожиданный, ну, конечно. То, что я меняю оружие так быстро. Ого! Снегиум пошел на меня. Какой-то Сильвер
играет у них. Вот половина серия. Так, ладно. Так. А мы дальше. О. А смотрите, а что если я сейчас начитерю? Сейчас попробую. Да, я могу. Смотри, я сделаю просто здесь золотые ножи. Это будет, конечно, удивлять игроков, как я начитерил золотые ножи. Смотрите, это реально золотые ножи, ребят. Это не фейковое видео, это реально сейчас золотые ножи. Это реальный чит. Я его продам всего за 100 рублей вам. Всего за 100 рублей. Смотри, это чит на оружие, на бессмертие, на бесконечные патроны. Ну хотя, не на бесконечные, но ладно, все равно. И вот вы можете начитерить любое себе оружие бесплатно, то есть не тратить доллары в игре. Просто начитерить так. Стоите и читерить монетки там, ну короче, предметы можно читерить. Вот смотрите, это золотые ножи. Жаль то, что тот сервер перегрузился, ну ладно. Это реально золотые ножи, ребят. Это просто, вот по-настоящему я вам говорю, это просто мастерство. Такое не у каждого есть, это правда реальный чит. Так, ладно, дальше, идем сюда. Так, идем сюда. Так, сюда идем. И дальше идем сюда. Так. Идем сюда. Идем сюда. Так, ладно, идем сюда теперь. Ого! Ничего, ну ладно. Так, ну где там враги? Что-то я их не вижу, врагов-то. Давайте начитерим команде вот эти вот оружия. Наверное, они кому-то будет интересно. Так, давайте просто вот так. Берете вот так. Начитерим. Так, это уже гранат пошли. И просто обычного радиоштуки. То есть берете вот это автоматики наши. И раскидываем их по карте. Ну ты только это полное оружие, которое вообще с бесконечными патронами. То есть они работают полностью и как бы они у них как-то вот так. Смотрите, вот так вот работает. Так, ладно, вот, смотрите. Вот такие вот оружия, они полностью читерские и вообще крутые, в общем, я могу сказать. Они работают очень круто, эти оружия. Вот смотрите, они полностью без отдачи, они читерские. Поэтому, я не знаю, скачивайте, покупайте. Не знаю, что вы сделаете, но пользуйтесь моим читом, он полностью рабочий. И это не фейковое видео. Продолжаем. Так, у меня вот есть моя... Нахуй, уходи, я сейчас нажму.